Тут либо ничего, либо 7-2. Да что он там слышит? Ну, меня запарило в этой игре. Ну, да. Вообще не за что. Вот я это последнее так и не понял, за что там удалили. Вообще я не понял. Не, ну там один раз, когда там вроде как упал, так он что его в плечи. Стоял, блин. Ну тот, руки вот так тот как будто в плечи, знаешь, ударил. А вот последнее я так и не понял. Да, за что? Я думал, может, за разговоры, знаешь. Какие разговоры? Он говорит, я вообще не... Он разговаривает так, на улице редко разговаривает. Я понял. Может, что-то выдавить. Бросил два гола, забил, блин, и он его держит, и в ошибке на защиту. Зато подкручивает. Я вообще, я его даже не подкручивал. Я решил более грех офигеть. Себя снимал. Оно слышит учитель. Это Алексеевича? Не, это моя. Алексеевича следующий матч. А ну, что за передача? Я просто отдал мяч супернику. Там передача, шикарно. Ничего, что я слышу.
уже убежал с ворот. Ну, в смысле? Сейчас этой третьего тура я не сбрасываю, потому что у меня нет доступа к интернету. Алексей сбрасывает. Я уже домой приеду, все скину. Наоборот, последние две сильные. И в одной такой игре поломался самый линейный, единственный. Семь минут уже сидит. Смысл этого броска вообще? Прямо вратаря. Ну дай сразу. И две минуты. Для чего? Три команды на
Все может быть. Thank you.
пришла жара. До конца первого.
Команда ЗТР и в этом полном составе. Завтра никто ни с кем уже не играет. Мы сегодня разъезжаемся. Сегодня последний день. Перепутал там, потому что удаленные были, знаешь. Три согласия. Сейчас три согласия. О, еще две минуты. Желтый. За что? Там две минуты чистые сзади захват. Чистые две минуты. За что там желтый, не понимаю. Он так видит. Еще можно было введение сделать из 6 атаковать, он с 9 прыгал. Вот и получили сразу обратно. Секунда до конца первой половины. Нормально у него время скажет. Команда затягивает прямо на сзади. А Игорь не слышит. 20 секунд. 15. 10. Yeah.
8, 11, 8.